В уходящем году что не успели для Минска сделать городские власти? О боже, какой сложный вопрос. Ну, я думаю, они старались как могли, и что сделали, то сделали. В уходящем году что не успели для города сделать городские власти? Они что-то сделали? Я как-то не заметил особенно ничего. Ну, вот я сирота, мне не дали квартиру. Я живу с психически больными людьми, которые ломают мне кровать, душат за шею, глаза выбивают. И мне, сироте, мне не дали квартиру. Меня незаконно удочерили. У меня больной отчим, у него больное сердце. Мне даже никто не дал однокомнатной квартиры. Не знаю, по мне так нормально, и дорожки починили. У меня так во дворе вообще все здорово. Честно, даже асфальт положили. То есть, как бы, нормально. Ой, вот я точно знаю, есть скверик возле кинотеатра «Современник». Его делают уже несколько лет. И там просто ужасно. Я писала на портал Мингорисполкома. Дорожки должны были положить. Дорожки сняли и не положили. И теперь вот там, получается, ямы, гуляют дети, стоят скульптуры, которые ободранные, страшные. Торчит арматура из стен. И просто, ну... жутко смотреть, какой сквер стал после их ремонта. До ремонта он был гораздо лучше. Ну, слишком сильно уплотняли районы, вот что они делали. Не надо этого делать. Я вот живу в комфортных условиях и все время боюсь, что передо мной что-нибудь где-нибудь застроят, вырубят. Я из военного городка Уручья. Ой, очень много не успели. Конкретно у нас там на Миникайте. Собираются новостроечку делать такую, вместо старого здания новое, многоэтажное. Мы против. Ну а так, ну что? Очень много чего, если перечислять, наверное, часа не хватит. Дороги в Чижовке. Метро не достроили до конца линию.